Так, перезашел. Глюкозамин абсолютно любой, я не заморачиваюсь. У меня сейчас ультимат, по-моему, синие маленькие баночки, которые по 3 штуки надо пить. Глюкозамин, хондроитин, МСМ. На Питпрофи брал, там самые дешевые цены. На данный момент, по крайней мере, то, что я мониторил, это одни из самых дешевых цен. Так, так, грудку надо снимать. Сейчас, секундочку, ребят. Вот она, красавица, видите? Грудочка. Да, это один прием, 300 грамм куриной грудки. Мишленовскую звезду. Ну, на самом деле, я мало чего тут кулинарю. Вот. Надо что-нибудь разнообразить, надо что-нибудь это. Может, для канала записать там. Как, что делаю? Рыбу, стейки. Ну, да-да, ням-ням. А мы скоро сделаем серию выпусков. У нас будет ведущие рубрики «Вкусняшки от Ивашки». Вот. Ведущей рубрики будет. Будем рецепты всякие вкусные показывать. Это ж интересно. Народ сейчас любит все. Вкусняшки от Водянова. Да. Ну, посмотрим. Я буду снимать. Вот. Для канала сделаю. Я углеводы не считаю. На самом деле углеводы не считаю. Я вчера сникерсы сожрал после тренировки. Сахара хер знает сколько. До хера всякого. Я не считаю углеводы. Я ем вот рис, грудку, овсянку, яйца. То есть стандартные такие приемы. Помимо этого еще всякая хрень влетает. Могу чай, кофе с диким количеством сахара выпить. Эклеры. Эклеры. Маш, я эклеры сожрал вчера. Маша, я эклеры вчера сожрал. Ты меня не будешь бить, когда приедешь? Да, да, те протухшие. Что задерживает воду? Если вы мало... Так, кофе есть. Ну, не знаю, кофе... А с тем количеством сахара, который я сыплю в кофе, по-моему, там ничего не сливает. Блин, я что-то хотел ответить кому-то из-за... Мочегонка, херня, это все. Не, блядь, не надо фантазировать. Мочегонка, херь, это все. Надо много воды пить. Задержка воды в организме только потому, что вы не пьете достаточное количество воды. Поэтому это стресс для организма, он задерживает воду. Если вы пьете воду в норме, вот я пью 5-6 литров в день. Где-нибудь видите у меня там задержку воды? Причем я ставлю десятку гормонов. По мне видно, что я залитой какой-то от гормона. Потому что я воды много пью. У меня в организме нету функции необходимой задерживать воду. Потому что организм получает достаточно воды. Круто торкает вода. Да-да-да. Да, я на воде на самом деле. Я грудки сейчас выкину. Это я так, для камеры. Я сейчас пойду воды попью и все.
От чего отказаться лучше на сушке? От воды. От воды надо всегда пить немерено. Чем больше пьешь воды, тем суше будешь. Чего, когда гормон бит? Что там такое? Так, рис, падла, так долго варится. Но у меня ничего не задерживает, ё-моё. Я ем соли сколько мне хочется, но не задерживает воду. Ни творог, ни соль, ни хера у меня не задерживает. Я творог ем для соревнований. Что-то я не успеваю там прочитать. Ну, конечно, от типа телосложения зависит. Еще зависит от много других факторов. От того, как вы пьете воду, как вы питаетесь, как вы, на каком уровне вы поддерживаете свой обмен веществ. Много от чего. Так, спасибо. Как она пахнет, ты просто пипец. Никогда в жизни бы не подумал, что грудку буду есть с таким аппетитом. Никогда. Грибы мне нравятся. Картошечку жареную с грибами. Эй, ты что такое говоришь, а? Маша, ну что ты, а? Зачем же ты всем сказала? Я тебе этого не прощу. Спасибо, Маша. Сейчас рис этот разбухнет чуть-чуть еще. Хотя все хорош, надо рис. Сейчас рис выгружу из пакетика. Вроде нормально уже. Нет, не заморачивался. Рис? Микс. Микс. Так, по поводу экстракта зеленого чая, я никогда этим не заморачиваюсь. У меня и так все нормально. Зачем мне какие-то выдумывать всякие экстракты, какие-то еще там вещи, если у меня обмен веществ на нужном уровне. Воды я пью достаточное количество. Я поддерживаю режим организма в определенной зоне там обмена веществ. У меня ничего не задерживается, ничего, все сохнет, все по плану. Зачем мне какие-то экстракты придумывать? Я не ищу легких путей. Режим. Че, блядь, мне этот экстракт чудеса, что ли, со мной сделать? Все ты бредятина, если честно. Бредятина все. Хотя можно, конечно, пробовать. Но я просто против того, чтобы вы... Вот экстракт, он сейчас все сделает. Херня это все. Он может идти как дополнение, к примеру, и все. Какой водой обмен веществ? Блин, обмен веществ раскручивается регулярными тренировками, физическими нагрузками регулярными. А в большинстве это кардио очень сильно влияет на раскрутку обмена веществ. А второе, это режим в питании. Если у вас режима в питании нет, хоть что там сделай, ничего не... Поэтому режим в питании и в тренировках раскручивает обмен веществ. Вода нужна для того, чтобы ее много пить, потому что она везде принимает участие во всех процессах. И плюс еще
минимальное количество воды, если вы пьете, она задерживается, потому что стресс для организма, если мало воды. Вот и все. Бля, надо губки купить. Беседуем? Сейчас. Ну, 2 минуты. Так, это собеседование. Ну ладно, сейчас быстро отсобеседую. Так. Так, ладно, народ, я отключусь, мне там девочка на собеседование пришла. Ищем. На тренировке включусь тогда. Давайте. Всем спасибо.